Еще в середине 19 века Германия была аграрной страной. Узкие улицы. Картина менялась. Рост капитализма. Укрупа работает в 1845 году 122 человека. В 1871 году укрупа работает 16 тысяч человек. 1913 год укрупа работает 18 200 человек. Сэр Джонс, ваша карта бита. Сдавайтесь. Товарищ майор, нарушитель скрылся. Что с вами, Леднев? Научный метод. Записал на корку. Ну ничего, будешь теперь учить у меня, как все. Ну, продолжать. Угу. Товарищ Иванов, заставу в ружье, немедленно вызывайте вертолет. И что дальше? Температуру воды в Прибалтике плюс 8. Спасибо. Садитесь. Семёныч, что, наука подвела? А? Непроверенный метод. Зубрить надо.